Даже интересно. Восемнадцатая. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка. Второй день из пяти на работу. Сегодня к двум. Ну, более-менее выспался. Завтра по факту к 11, а там как пойдет. Может, к 10 приеду, как в прошлое воскресенье. Надеюсь, когда-то его достроят. А переезд закроют. Иначе тут, блин, встретить можно надолго. Удельная платформа справа. Чё-то народу прям пипец много. Она тебя не прижимала?
для субботы. Понимаешь, да? Я как сейчас помню, а мы спускаемся вниз, а потом вверх поднимаемся. Я подсказал Машу. Малаханка. Осторожно, двери закрываются. Следующая остановка – Дракова. Погода в целом радует. Солнце есть. Тепло потихоньку приходит. После майских снежных дней. На следующей неделе плюс 21-22 обещают. Это будет вообще прекрасно. Но вот эти дни останутся в памяти. Особенно 8 мая. Потому что там был аж снежный покров. Just fine. Said no to him again and again.